Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Monster Defense King. Ну что же, этап бой. Поехали, друзья мои. Так, это у нас своего рода карта, да, где мы с вами будем проходить. Ну что же, начать? Ну конечно, начать, елки-палки. Что же вы меня спрашиваете-то постоянно? Так, база. Дружественные монстры призываются с союзной базы слева. Враждебные монстры призываются с враждебной базы справа. Логично, друзья мои. Так, у нас есть снаряды вот здесь. Нажмите на кнопку по достижении полного заряда, чтобы выпустить их, да? Ну, призыв, это понятно, друзья мои. Манна вот здесь. Так, что у нас тут далее? Так, скорость игры. Также у нас оставшееся время на текущем этапе, да? Автобой и камера слежения здесь. И навыки пользователя вот здесь находятся. То есть, друзья мои, я так понимаю, это у нас Tower Defense, да? Своего рода. Ну что же, начать бой. Так, это враг. Уровень первый. Так, это моя база, это вражеская, да? Что это здесь такое? Вот сколько льда я собрал. Это вражеский юнит, друзья мои. Это вражеский спринтер, да? А мы с вами вот такого вот вызываем. Я так понимаю, какой-то копейщик, судя по всему, да? Вот он бежит. Ну-ка, кто кого, интересно? Нифига себе, ребята, вы видели, как бомбит? Ноги почему-то у него сзади. Так, следующего давайте. Быстренько с вами будем призывать. Так, мы можем с вами увеличить количество манны, да? Давай дальше. Пока у нас, как вы видите, один всего лишь копейщик. Маленький, никчемненький, непрокачанный, слабенький. О, как они его наказали быстренько. Слушайте, друзья, что так? О, мы можем выстрелить. Бумс, неплохо, да? Для начала, я считаю. Так, друзья, ну что, я думаю, быстренько мы сейчас с ним разберемся. Он мне напоминает какого-то львенка пещерного. Ох, это что это такое у нас? Что это такое выпало, друзья, я не понял. Ладно, потом разберемся. Ну, я так понимаю, мы должны здесь то же самое, как, например, во всех этих играх, разбомбить главную базу врага. Только в этом случае будет наша победа, да? Это как типа Tower Conquest. Ну-ка, давайте-ка еще вызовем, наверное, одного. Ну, смотрите, нас тут уже целая куча. Я думаю, что нам здесь никто вообще ничего сделать не сможет. И мы сейчас быстренько ему базеночку-то покромсаем. Ну, так, у нас есть, вот смотрите, ребята, бесплатно какой-то удар метеоритный, что ли. Ну что, мы победили. И нам достается новый какой-то персонаж. Тедди, у вас новый монстр. Так, друзья, так, рекламу смотреть, да, за кристаллы бесплатные. Получены предметы. Голда и вот это вот непонятно какой-то знак бесконечности. Особая награда. А, это у нас лучник. Тедди лучник, оказывается. А, это у нас типа, ну, скажем так, сундучки. Видите, да, ребята, он открылся, и нам дали 193 голды. Так, перейти в лобби и следующий этап. А что у нас в лобби? Давайте-ка посмотрим. Так, друзья, тут надо немножечко разобраться. Ну, у нас есть магазин. Магазин, это, я так понимаю, донат. Так, особенности. Бесплатно. Покупки в день. Ну-ка. Мы еще получили с вами, да? Стрелка Тедди, я так понимаю. Комплекты. Ага, это тоже донат. Сокровища, друзья мои. Магазин сокровищ. Так, это я могу забрать. Уу. Так, это у нас Билли, новый монстр. Так, хорошо, друзья мои. Тоже лучник. Хм. Еще раз. То есть я могу еще открыть, да, если у нас. А, кстати, у меня есть. Ну-ка попробуем. Воу. Это кто у нас такой? ФФ. Не знаю, друзья мои. Так, и все. Кончились у меня гемы, да? Судя по всему. Или я еще могу? Ну-ка. Елки-палки. Спора. Так, отлично. Друзья мои, спора. Это у нас, не знаю, кто такой. Посмотрим, короче. Так, выходим отсюда. Выходим. Ну, монстров-то я уже набрал, будь здоров. Так, задание. Принять награду. 5000 голды. Спасибо. Тут также есть у нас достижение. Коллекционер монстров. Собрать 5 монстров. Да, я это сделал. Забираю награду. Еще. Круто. Те же самые гемы, которые мы можем с вами тратить на приобретение новых монстров. Команда. Так, друзья мои, давайте посмотрим. Смотрите, М. Я не знаю, что такое. М, это, наверное, магия, да? А вот это у нас атака физическая. Ну, если смотреть, то у нас FF, да, он у нас имеет 49 к атаке.
Я думаю, есть смысл, наверное, его взять. Как это делается у нас? А, еще можем улучшить даже. Особый навык оглушения. Оглушает врага на 5 секунд. Слушай, это годно. Это пригодится, наверное. И выбираем его вот сюда. Отлично. Так, а кто же ты у нас такой? Я не могу понять. Фьют-фьют. Особый навык. Защитный барьер. Создает защитный барьер вокруг союзников, да? И снижает получаемый ими урон на 7 секунд. Ага. То есть это саппорт, судя по всему, который будет нам помогать. Ну что же, я думаю, что есть смысл, наверное, его тоже выбрать. Да, вот таким вот образом. Слушай, ну как-то я не знаю. У нас два бойца и один саппорт. Мне кажется, нужен какой-то дальний бой. Давай попробуем, друзья мои, вот этого вот Тедди. Наводит страх на противников в радиусе действия и на 5 секунд заставляет их двигаться в противоположном направлении. 5 секунд? Конечно, возьмем, друзья мои, конечно, возьмем. Вот такая у меня команда в данный момент. Слушай, а тут еще легенда какая-то. Увеличивает атаку дальнобойных монстров на 5%. Это кто такие? Где их взять? Это, наверное, очень-очень редкие карты, которые фиг когда получишь. Так, 5000 забираем. Награда. Так, что, подожди-ка, у нас еще достижение. Забираем здесь гемы. Так, друзья мои, у нас еще есть какая-то лаборатория. Снизить стоимость повышения максимума манны на 3. А, это мы улучшаем нашу базу. Воу. Слушай, снижает время восстановления метеора на 0,3 секунды. Это уже за гемы улучшение идет. Так, наносит большой урон всем противникам. Это у нас, я так понимаю, скиллы, да? Увеличит вероятность уклонения всех монстров. Слушай, это круто. Увеличит крит. Увеличит вероятность крита на всех монстров. Слушай, мне нужно, наверное, атаку улучшить, я думаю, да? Это вот в первую очередь. Смотри-ка, 18% у нас. Отлично. Так, а могу я что-нибудь со своей базой сделать? Увеличить максимум манны на 5. Увеличить скорость прироста манны. Вот. Ой. Ёлки-палки, это же за гемы делается. Ёпрасоте, да. Так, увеличить ОЗ всех монстров на 5%. Слушай, вот это тоже дело. Отлично. Так, увеличить вероятность крита. Увеличить сам крит. Уклонение всех монстров. Я думаю, тоже подойдет нам это. Так, друзья. Так. Господи, это у нас для боя было улучшение, да? А вот у нас для самой базы. Господи, если бы я знал, я бы раньше переключил бы. База нулевого уровня. Улучшение для повышения уровня базы. Требуется 20 уровень, да, я понимаю. Так, увеличивает урон снарядов базы на 20. Увеличивает ОЗ базы на 45. Давай. Все, друзья мои. Так, и больше мне не хватает, да? Вот только можно увеличить урон снарядов базы на 20. Давай, сделаем. Отличненько. Так, ой, такие прикольные. Подарок. Подарок. Смотреть рекламу и получить подарок. Нет, пока я не хочу этого делать. Задание. Опять, друзья мои, мы с вами получили за то, что что-то выполнили, да? Ну что, друзья, поехали на следующий бой у нас. Вторая миссия. Мы с вами заработаем 1000 голды. Так, и возможность получить вот такого вот, я не знаю, котенка и тигренка. Поехали, посмотрим, друзья мои. Так, ну что, у нас противник, как всегда, этот ледяной львенок. Ну, давай посмотрим, как мы тут сможем справиться или нет. Так. Почапали, друзья мои. Так, манны пока еще не хватает, никого я вызвать не могу. А, друзья мои, это не магия, а манна. Сколько стоит он манны? Вот что это. Так, тихонько. А ну-ка. Ёлки-палки, это, друзья мои, картошка фри. Вот что я тебе могу сказать. Да-да-да, это стаканчик, и вот в нем картошечка такая вот. А ну-ка. Такая с грибочком. Ля-ля-ля-ля-ля. Ух, защитный барьер делает. Ну-ка, Тедди, покажи-ка им тут всем, почем фунт лиха. Слушай, неплохо. Неплохо, вот мне нравится вот это вот. Как ее звать-то, я даже не помню, друзья мои. Вот это вот. Какая-то капелька, да? Ты посмотри, мы сейчас базу просто разнесем в хлам. Ой, как быстро, как лихо. Ну, это вообще крутенько, друзья мои, крутенько. Потому что у нас с вами хорошие монстрики. Так, реклама кристалла. 30 кристаллов, если я посмотрю, но я не буду, не хочу я. Так, особую награду я получил, 1000 гемов. И, друзья мои, наверное, мы будем сразу же с вами приступать к следующему уровню, да? Если
нам покажется, что игра слишком медленна, мы можем с вами ускорить. Ведь так? Да, мы можем ускорить в любую секунду игру. Единственное, что мы не можем с вами отдалять и приближать камеру. Нам вот так вот приходится постоянно двигаться. Так, тихо, тихо, куда разогнался-то, родной мой? Нет, парень, так дело не пойдет. Интересно мне знать, а мы можем как-то с вами прокачивать наших героев? Так, мы с вами заработали сундучок, выбили. Или они сами автоматически прокачиваются? Вот что мне пока неизвестно. Но давай проверим, что это такое, друзья. Воу! И это бесплатно было мне дано. Отличненько. Слушай, разбомбили базу, рухнула она. Так, давай посмотрим, что нам... Ох, елки-палки. Краснокапустный кролик. Это, оказывается, кролик, а я думал, это котенок. Ну что ж, друзья мои, перейти в лобби. Давайте посмотрим, что это у нас за котенок такой новый появился. Краснокапустный, название-то какое, а? Так, первый день, получаем с вами 30 гемов. Заходим сюда в команду и смотрим, друзья мои, вот он, котенок, да? Ты должен отработать эту редиску на моей ферме. Краснокапустный кролик. А, это целитель у нас. Так, восстанавливает 20% ОЗ всех союзников в радиусе действия. Слушайте, ну это неплохо. Это неплохо. Улучшить я не могу. А могу я как-то прокачать? А, вот. Вот, друзья. Господи, ты смотри, мы можем теперь прокачивать наших персонажей. А ну-ка. Так, кто это такой? Гав-гав. Это легенда. У меня нет таких пока еще. У меня таких пока еще, друзья мои, героев нету. Так, ну что, давайте вот фьют-фьют прокачаем с вами, да? А какой могу я максимальный уровень? Так, что там написано? Максимально возможный уровень. Ага, понял. Короче, в данный момент 13 уровень. Я только могу прокачать. Отлично. И давай, наверное, здесь тоже до 13 уровня. Замечательно. Но вот теперь вопрос: нужен ли нам целитель с вами? Нужен или нет? Смотрите, атака 110, 150, 95. Господи, да мы сейчас будем их рвать просто как сосунков. Я вам серьезно говорю, друзья мои. Так, награду еще забираем здесь. Хоу. Кстати, мы можем с вами пойти и пооткрывать сундучки. И нам могут выпасть оттуда монстрики. Это вот здесь делается, да-да, я же помню. Воу! Зико! Ха-ха! Солидно. А можно еще кого-нибудь мне? Так, а вот это уже повторяется. А еще, воу! Цветок. Новый монстр, цветок. Коротко и ясно. Опять Тедди? Что ж вы... Все, друзья мои, да? Гемчики закончились у меня, к сожалению. Ух! Так, опять достижение. Слушай, пока все очень мило и замечательно. Смотрите, друзья мои, у нас с вами цветок. Призывает до 3 случайных аватаров, имеющих 50% способности монстров. Ого. Так, ну-ка, погоди-ка. Дай-ка я тебя прокачаю, родной мой. И мне хотелось бы его, наверное, взять в команду. Слушайте, если он может призывать. Он у нас еще идет как защитник, кстати. Дай-ка я его вот сюда поставлю вместо Тедди. И могу даже его немножко так вот проапать. Так, а что у нас еще? У нас есть вот такое вот. Это больно, ты знаешь, да? Это у нас Зико. Сбалансированный, это боец. Снижает атаку противников в радиусе действия на 20% на 7 секунд. Ой, как чудненько, друзья мои. Но я думаю, что мы вначале попробуем вот этой командой с вами побегать. Да, друзья мои, досадно, но львиная доля видео, к сожалению, не записалась, потому что у меня закончилось на жестком диске место. И поэтому, друзья мои, я, когда начал укладывать уже на рендеринг видосик, увидел, что всего лишь 13 минут из моих 50 записалось. Ну что ж, друзья, тогда давайте я вам вкратце объясню, что за это время произошло. В общем, мы с вами приобрели двух эпических персонажей. Это Чав и вот такой вот у нас... Скорпиончик, вот он. Яблопион, величать его. У него 352 атаки, 85 маны он стоит на призыв. Прошли мы с вами. Сейчас, секундочку, покажу вам. Так, а в лаборатории. Ага, нам нужно будет еще немножко улучшиться. Да, и где же у нас здесь посмотреть-то можно, сколько мы с вами прошли за это время. В общем, друзья мои, я убил уже двух боссов. Это был Шарик, да, с кастетами надувной, там такой дядька был.
И все, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Значит, не двух, а одного. Так, и у нас с вами открылась еще одна ячейка. То есть я могу взять еще одного персонажа к себе. И это у меня будет, скорее всего. Ну, давай возьмем, наверное, нашего Зико. Я его немножечко прокачаю. Ага, денежки у меня кончились. И выбираем его сюда. Ну, сейчас у меня будет просто имбовая, на самом деле, команда. Вы представляете, что мы сейчас будем с вами делать? Ух, врагу просто не поздоровится. Ну что, друзья, поехали. Да, вот, кстати, здесь как раз и показано. То есть я прошел первый этап, да, первого босса. Вы его не видели, здесь у нас огромный скелет. Я не знаю, можно ли здесь перепройти. Я думаю, что можно. Давайте я его пройду специально для вас. Покажу, кто... Какой здесь босс у нас? Вот он, друзья. Я убью тебя одним ударом. Но, поверьте, когда в первый раз я проходил, да, и у меня не было, извините меня, эпических карт, он мне показался сложным. Ну, а сейчас, я думаю, мы его просто разорвем сейчас на кусочки. Ну, куда ты бежишь? Ну, откуда ты бежишь, а? А ну-ка, давай так сделаем. Просто я хотел вызвать Чава, но не успею. Он стоит дорого, 84 маны, а Яблопион стоит 85 маны. Так, ну что же, я думаю, мы здесь с вами легко справимся, потому что монстрики у меня уже здесь сильные. Кстати, мне доступна вся магия, которая здесь есть у нас. Это у нас, вы помните, да, метеоритный удар. Это у нас неуязвимость. Это у нас страх. И это у нас лечение. Ну, вы видели, да, друзья, мы этого босса сейчас просто... забомбили, даже не поморщились. А когда я его в первый раз проходил, ну, сложноватый он для меня был, да, я ничего не спорю. Так, друзья мои, ну что, мы с вами получаем одну карточку на кролика. И я думаю, что нам нужно, наверное, начать с этапа, где второй босс, да, которого вы у меня не видели. Фух. Кстати, 19 уровень у меня пройден на 2 звезды. И первый тоже на 2 звезды. Это нужно, кстати, дело исправлять. Потому что 60 звездочек нам нужно для того, чтобы получить новую карту тигра. Так, дайте-ка я быстренько, наверное... Хотя я сделаю это за кадром. Давайте-ка, друзья мои, вот второй босс. Такой надувной чувачок у нас будет с кастетами. Ухахаха, я врежу тебе как следует, кричит он мне. Ты понял? Звать его Гарольд. Ну что же, парень... Ты сам напросился, я тебе за язык не дергал. И начну я, наверное, с Яблопиона. Потому что Яблопион, он очень-очень, ребята, сильный по атаке, но слабый по ХП. Вот что я тебе хотел сказать. Видите, да? Просто на раз уничтожает этих охламонов. Туф! Замечательно. Давайте вызовем нашего Каспера. Летит такой. Блин, жалко, конечно, да, друзья мои, что... Не... Закончилось место на жестком диске, да, и вы не видели всего, как я это проходил. Там очень было прикольные и моменты, и вообще все. Так, тихо, сейчас мы этого босика с вами тоже должны быстренько забомбить. Я думаю, что у нас получится. Давай-ка вызовем нашу крольчатинку, которая у нас хиляет, да. Так, подожди-ка, что-то у нас тут с вами не задалось как-то. Ну-ка, Чав, выходи, выходи быстренько, Чав, с карандашом, с рюкзачком, все дела, друзья мои. Так, наше привидение испугалось, убегает. Так, сделаем отхилочку, потом сделаем неуязвимость. Давай-давай-давай-давай-давай этого Гарольда, отлично, сдулся парень. Мы можем с вами их... Ага, не можем пока ничего сделать, давай вот так вот. И... Да бомбите вы по базе, господи, что же вы все время в страхе-то убегаете, а? Ну что, друзья, вы поняли, да? И опять же здесь почему-то мы с вами на 2 звезды прошли. Ух ты! Мне достался новый монстр водяной. Хоу. Дайте-ка я гляну, кто это такой? Что это у нас за монстрик такой водяной? Так, особый навык. Восстановление. Восстанавливает 32% УЗ всех союзников в радиусе действия. То есть это у нас хиллер, да? Целитель. Скорость атаки очень медленная. Угу. Ну, давай мы его маленечко прокачаем. У нас очень мало, друзья мои, золота. Очень мало. Тяжело мне его тут накопить уже. И я думаю, что брать я его пока не буду. Ну, незачем, да? И мы можем с вами... Вот эта вот стрелочка вверх, я так понимаю, нам... Да, говорит о том, что мы можем улучшить. Ох ты. Он плюс 5 имеет. То есть мы можем его через лабораторию трансформировать? Или же нет?
Погоди-ка, у нас где это делается? Это у нас делается... Секундочку, а где же мы можем его трансформировать? А, точка проявления? Нет. Не в улучшениях. Улучшить. Вот, вот здесь вот, да? А, так нам, получается, нужно... Погоди-ка. 80 гемов нужно для того, чтобы преобразовать его. Хорошо. 80, так 80. Нужно накопить. Так, что у нас тут за достижение? 60, уже 60 гемов есть. Отличненько. Так, ну что, друзья мои, давайте теперь, наверное, будем проходить мою сюжеточку, где я остановился, да? Здесь, как вы поняли, я все прошел. Ну, единственное, что нам нужны звезды. Вот здесь вот надо пройти на 3 звезды. И вот здесь вот. Так, а мы начинаем с вами этап второй. Ну что, вперед из песни, как говорится, да? Ух, была не была. Так, вот такая у нас, ребята, здесь база. Типа кошки. Вот она злится. Так, ну и давайте потихонечку будем бомбить. Надо пройти как-то на 3 звезды. Не знаю, получится у нас или нет. Вызываем дракончика нашего в первую очередь. Пускай привидение сразу же будет у нас вторым, да? И вызовем, наверное, кролика нашего. Пускай он будет лечить потихонечку. Ой, как же мне нужна голда, а, друзья мои. Голда здесь... Ой-ой-ой, рыцарь идет. Рыцарь идет, друзья мои. Он делает защиту на себя. Так, нам нужно срочно хиляться или неуязвимость. Я не знаю, давай Чава призовем. Чав, где ты там? Чав вешает неуязвимость на 7 секунд для всей нашей группы. Да что ж ты будешь делать? Да получи в ответку. Вот так вот тебе. Давай, Яблопион. Ты где там? Еле-еле идет, а? Так, опять этот рыцарь вышел. Дайте-ка я его напугаю. Ага, он бесстрашный, понятно. А если вот так вот? Ой-ой-ой, друзья, да что ж такое? Он крепкий. Он очень крепкий. Нам нужно как можно быстрее разбить базу, если мы хотим с вами получить 3 звезды. И у нас получается, да? Да, друзья, получилось. На 3 звездочки я прошел этот этап. Фух, отлично. Отлично. Я думал, не получится, но все у нас отличненько вышло. Ну что, друзья, наверное, мы... Так, а у нас денег-то маловато. И я прокачать не смогу, господи. Но зато я могу улучшение сделать. Вот так вот. Подожди, а почему у меня 20 гемов? У меня же было 60. Куда я потратил их? Хм. Не понял я юмора, если честно. Ладно, друзья мои, поехали на следующий этап. База какая злобная, а? Так, ну что, начнем, наверное, с нашего... Нет, с нашего дракончика начнем. Начнем с дракончика, да? Так, картошка фри, отвали. Так, теперь Каспера призовем. Потом, наверное, мы все-таки вызовем Яблопиона. Ой-ой-ой, рыцарь идет, друзья мои, идет рыцарь. Так, а если мы его... Да ему все равно, что мы бомбим по нему, да, нашими этими метеоритами. Ему все равно. Ой-ой-ой, очень сильный рыцарь, друзья мои, очень сильный. Да. Ничего не помогает. И Яблопиона они даже забомбили мне. Слушайте, друзья, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Давай, привидение, помогай нам. Но тут я чувствую, мы не успеем с вами на 3 звезды пройти. Потому что этот рыцарь, ну, очень сильный. Иммунитет у него какой-то там, друзья мои, да? У него иммунитет. Так. Подбили. Подбили. Давай-ка выстрел сделаем. Вот так. Друзья мои, уже 2 звезды. То есть тут по времени. Если мы не успеваем пройти, да, за 4 минутки, по-моему, у нас отнимают 1 звезду. Вот оно как происходит здесь. Плохо. Я боюсь, мы так с вами 1 звезду всего лишь получим. Он бомбит и бомбит. Он постоянно, друзья мои, пользуется своей ультой. Вы видели, да? Это такая башня фараонов, да? И вот он меня оглушает ею. Ну, мы получили с вами 1000 голды. Это мало, это очень мало. Так, друзья мои, что же надо сделать-то? Как же нам быть? Может быть, все-таки убрать отсюда Яблопиона этого?
Я не спорю, что он, конечно, эпическая карта, 85 маны стоит. Но мне кажется, что здесь нам лучше взять, наверное... Наверное, картошку фри я возьму. Прокачаю маленько. Вот таким вот образом. И вместо яблопиона, да? Мы его убираем отсюда. А картошечку фри берем. Надеюсь, я не прогадаю. Ну, просто очень много маны нужно. А у меня нет такой возможности. Нет, конечно, если прокачать нам базу, то будет очень круто. Но пока мы этого делать не будем с вами. Так, выпустил, да? Давай выпустим дракончика нашего. Сразу же привидение выпустим. И тоже картошечку фри. Пускай бегает. Так, тихо ты, кактусенок. Не надо тут выеживаться. Подбили мы его. Так, давай, наверное, попробуем накопить на Чавчава. Чавчав, 84 нужно, да? Ну, и бомбим. Вот так вот. Ух ты! Слушайте, ребята, какой-то хороший сундучок мы сейчас только что с вами выбили. Надеюсь, там что-нибудь вкусненькое и полезненькое будет лежать. Друзья, я понял, куда у меня гемы тратились. У меня бесплатно только вот метеоритный удар, остальное все за гемы. Вот куда я деньги профукал все свои. Так. Не успеем, да, наверное? Сейчас опять получим две звезды с вами, скорее всего. Друзья мои, не выходит у меня. Очень сложный этап здесь. Очень сложный этап. Так, ну, остался... Есть! Не успел буквально на секунду. Смотрите, отняли все-таки одну звездочку, а? Вот тупыри. Ух ты! Красный бой. Так, и что нам выпадет? О, 2000 голды. Слушай, неплохо. А можно мне посмотреть, что это за красный бой? Что это за чувачок такой, а? Где он? Вот он. Так, это у нас... Скрывается и движется в течение 5 секунд. То есть у него скрытность. Невидимость. Так, друзья мои, в течение 5 секунд. Я вот сижу и думаю, а стоит ли нам брать его? Давай посмотрим, сколько у него атаки. Полностью мне не получилось прокачать. 172. Ну, предположим, я его возьму вместо... Вместо кого? Вместо Каспера. Давай попробуем так сделать. Посмотрим, на что он, друзья мои, годится. Может быть, он нормальный чувачок, да? Поехали. То есть он исчезает, а он мне напоминает, знаете, бродягу из Tower Conquest'а, который исчезает и невидимым проходит. Я надеюсь, когда он невидимый, его никто атаковать не сможет. 51 ману он стоит недешево. Вот он, такой чувак. Погоди, а как же невидимость-то твоя? Эй, парень, красный бой. Вот, понял. Вот так это срабатывает. Ха, смотри, чётенько, да? Слушай, ну мне нравится, друзья мои. В принципе, да, он может обхитрить врага, в любую секунду сделаться невидимым и просто подойти к базе и бомбануть ее из-под тишка. Отлично. Этим нужно пользоваться, друзья мои. Этим нужно пользоваться. Так, что-то у нас как-то все не очень хорошо тут получается, если честно, друзья мои. Вообще не очень хорошо все получается. Ну, да как ты запарил? Он постоянно атакует своей вот этой вот ультой. И это меня раздражает. Ну, не хватает прокачки, господи, не хватает, друзья мои, прокачки. Угу. Дракончик тоже уже не выдерживает. Да, друзья, что-то тут совсем плохо. Совсем плохо. У нас уже отняли звезду, как вы видите, да? Они мне не дают пройти. И я думаю, даже Чав-Чав мне здесь не поможет. Выстрел. Сейчас вообще на одну звезду, по-моему, мы с вами пройдем этот этап. Ты посмотри. Короче, смотри, что он делает. У него... Все, я понял, в чем прикол. Друзья мои, у него очень много юнитов, которые дальнобойные. Ты понял? Он именно ими нас и бомбит. Издалека, короче. Плюс у него какая-то аура фиолетовая. Я не знаю, что это за аура. Что она дает? Неуязвимость или урон повышает? Не знаю, честно говоря.
Но так далеко мы с вами не уйдем. Вот что я тебе могу сказать точно. По-моему, у него неуязвимость. Слушай, ну тут вообще что-то как-то жестко, эй. Друзья мои, прикиньте, сейчас будет фейл. Он может быть. Даже дракончик ему не помогает здесь. Что за дела, а? Мы по времени сольемся сейчас с вами. Да и не только по времени. Мы уже получаем урон по базе. Вот это да, вот это дела, друзья мои. Вот это я поменял, да, называется. Слушайте, друзья мои, вы присутствуете при эпическом разгроме моей базы. Вот так вот. Принять награду, конечно, принять. Так, лаборатория. У меня 210 гемов, друзья мои. Я могу кое-что сделать со своей командой. Так, надо нам что? Нам нужно трансформировать кое-кого в более сильного. Так, это где у нас делается? Ну, не в магазине, точно, я уже подзапамятовал, если честно. Так, ну не в бою, это, по-моему, делается в команде. И улучшить мы с вами можем, знаете кого? Сейчас я вам покажу. Вот, нашего дракончика. Это делается у нас при... улучшить, вот здесь вот. Пробуждение, 80 гемов, да? И мы с вами... вот так вот. Чётенько, да? Теперь он у нас вот такой вот крутышка. 56 маны нужно для того, чтобы его призвать. И становится он уже, как видите, желтенький. Был фиолетовым, становится желтеньким. Надеюсь, это какое-то улучшение. Так, и я дальше... ага, улучшить не могу. Но я его теперь могу, по-моему, прокачивать до 200 уровня. Так, ладно, тогда давайте мы отсюда уберем этого боя. Что-то он как-то не зашел мне, если честно. Может быть, потому что он пока слабенький по прокачке. И, возможно, мы с вами возьмем обратно... Так, посмотрим. Сколько у тебя? 176, да? На 34 уровне 176 атаки. А у тебя, парень, сколько будет, если мы тебя прокачаем? 194. Есть смысл нам взять привидение. Причем он снижает атаку противника. Да, наверное, мы с вами его и возьмем. Выбираем и ставим вместо боя. Так, дальше. Не знаю, стоит ли нам убирать картошку фри, вот эту вот, или Чава убрать отсюда, а, друзья мои. Давайте мы, наверное, уберем Чава и поставим с вами нашу спору. Ну, вначале мы ее улучшим. Так. Да, я думаю, Чава мы уберем отсюда и возьмем спору. А теперь поехали и будем, друзья мои, смотреть, как у нас все это дело получится. Должны мы этот этап пройти с вами. Но если фейл, я тогда не знаю, что будем делать. В общем, вперед, друзья мои. Пятая миссия. Очень сложно, очень сложно. А вначале вы помните... а, жалко, вы не видели, да? Все эти моменты, когда я там проходил. Такой радостный, на изи все там. Угу. А ведь я говорил, что рано или поздно все изменится. И вот вам результат. Все поменялось. Сейчас меня тут просто разбирают, как сосуночка. Так, вот такой у нас стал дракончик желтенького цвета. Я надеюсь, он сильнее. Ух, неплохо, неплохо. Давайте вызовем привидение. Оно снижает атаку противников. Видите, да? Отлично. Так, и вызываем нашу спору. Она делает дополнительную защиту. Вот так вот. И, наверное, еще хиллера сюда призовем с вами. Да? А ну-ка бомбим. Вот так вот. Слушай, ну у него ульта очень сильная. Очень мощная ульта. Вот что я заметил. Он когда своей вот этой вот башней бомбит, практически все здоровье отнимает у моих. Вот смотрите, ну как вот, ну как тут с ним можно драться, а, друзья? Ведь это несправедливо. Но мы уже наносим повреждения по базе. И это мне... и это мне нравится, друзья. Это мне очень нравится. Давай-ка вызовем привидение. Ну, изи. Три звездочки. Вот, вот что я называю хорошая сбалансированная команда. Так, 176 голды. Так, а у него, друзья мои, появляется Билли, да? Это у нас лучник. Наносит противникам в радиусе действия веерный урон в размере 120% атаки. Хм.
У нас есть Каспер, который может, в принципе, снизить атаку. Но он делает в радиусе действия. То есть рядышком с собой. Ну, не знаю, посмотрим, друзья мои. Посмотрим, как у нас прокатит все это дело. Начнем, как обычно, с дракончика. Давай с дракончика начнем. Потом, наверное, будем привидения, да? Вызывать наши дружелюбные. И сразу же, наверное, защиту. Нам нужна будет защита, друзья мои. Пускай на 7 секунд, но тем не менее. Ну, ты посмотри, как он ультой своей бомбит, а. Друзья, ну это несправедливо, если честно. Уж очень много здоровья отнимает. Причем у них иммунитет. Иммунитет от чего, я не могу понять. Хм, странно. Очень, друзья мои, странно все это. Иди ты отсюда, картофель, а, несчастный. Уже достал меня. Так. Господи, ну давай выстрелом сделаем, хорошо. Все равно очень мало повреждений наносим, друзья. Очень мало повреждений. Давай вызовем нашего кролика, хиллера, да? Он нам здесь, наверное, ничем не поможет. Давай еще одного призрака призовем с вами. И картошечку фри. Да мы даже не успеваем дойти до него. Просто, понимаешь, не успеваем дойти. Он расстреливает уже моих юнитов. Издалека. И вот своей ультой он меня достал. Короче, друзья мои, мне кажется, нам нужно с вами прокачивать уже базу. Или базу, или прокачивать атаки наших монстриков. Но это не дело, вы сами видите, что тут происходит. Что? Эти билики просто нас расстреливают издалека. У него одни дальнобойные юниты, а у меня только ближники все. Твою же маковку. По-моему, опять фейл, друзья мои. Надо что-то делать с нашей командой. Ты посмотри, просто расстрел. Да, не ожидал я, конечно, такого поворота. Игра очень кардинально изменилась, да? Из easy в hard, как говорится. Мою базу разбомбили. Попробовать пройти этап снова. С атакой на 2x. Нет, пока, подожди. Дай мне кое-что посмотреть. Зайду в лабораторию и посмотрим. Так, у нас тут все это за гемы делается, да? Улучшение. Так, ОЗ на всех монстров. 1500, нифига себе. Увеличит вероятность крита. Все монстры становятся невосприимчивы к урону. Это на 4 секунды, да? Это мы свои скиллы будем прокачивать. Ну, я их пока трогать не хочу. Давай глянем, что у нас на базе. Увеличивает урон снарядов базы. Увеличивает так, это здоровье. Снижает перезарядку, увеличивает дальность снаряда. И все, что ли? Улучшите для повышения уровня базы. 17 уровень требуется. Угу. Я даже не знаю. Ну, давай попробуем тут, наверное, улучшить, да? И вот тут. Увеличить скорость прироста маны. 60 гемов, ё-моё. Ну, а что не сделаешь, друзья мои? Ну, иначе никак. Теперь давай посмотрим, что у нас с командой происходит. Значит, у него одни дальники, да? Он там дальними юнитами пользуются. А у нас практически все ближники только. Значит, нам тоже нужно сделать такой же маневр. Как тусенок улучшается. И мы его выбираем вместо кого? Вместо картошки фри? Или же вместо... Давай вот сюда, наверное, поставим его, да? Так, дальше что у нас идет? Билли. Ну, не знаю, друзья мои, 23 уровень. А у нас тут уже... Слушай, 22 уровень. У нас не хватает денег. Вот что я тебе хочу сказать. Нам нужны очень большие ресурсы по деньжатам. Ай-яй-яй, а как же быть? Как же нам тогда с вами быть-то? Заберем здесь наградочку. Где мы можем с вами фармить? Если мы здесь пройдем, да, мы получим сундук. Хм. Здесь нужно 60 звезд, а у нас 58. Кстати, если я вот эти вот уровни, друзья мои, пройду на 3 звезды, а я должен их пройти, мы получим с вами тигренка, нового монстрика. Ну, я думаю, здесь никаких проблем не будет, да, с первым-то уровнем. Сейчас мы его быстренько с вами пробежимся. Тут, наверное, вызовем просто дракончика нашего. И он все это, в принципе, сделает. Дело по-быренькому. Ну, давай, 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 друзья мои.
Не успел появиться. Так, все, здесь разбомбили. То есть еще одна звездочка в копилочку к нам упала. Так. Следующий этап. Следующий этап. Нам не нужен вот этот вот этап. Нам нужно немножко другое. Так, перейти в лобби. Так, и где у нас не хватает? Где у нас, вот, друзья мои, вот здесь вот звездочку мы с вами должны урвать, если хотим получить нового монстрика. А я его хочу получить. Так, друзья, ну что, я готов. Ждем манну. Манну. Вызываем дракончика нашего. Так, нам нужно как можно быстрее пройти этот этап. Как можно быстрее. Так, завалили. Ну, давай. Базу мне, базу бомбите, друзья мои. Бомбите базу. Изи. Ну что, 60 звездочек мы с вами насобирали, так? Так. И теперь я хочу... Что я хочу? Я хочу получить свой приз, друзья мои. Так, следующий этап. Нет, я не хочу с боссом драться. В лобби давай перейдем, наверное, да? И... Сюда, вот. Голубой лев, друзья мои. Легенда, что ли? Подожди-ка секундочку. Это легендарная карта мне выпала сейчас. Кама... Ё-просоте. 123 маны стоит, чтобы его призвать. Ты прикинь. Так, у него, значит, ребята, вот такой вот особый навык. Наносит противникам в радиусе действия веерный урон в размере 210% атаки, а также оглушает их на 5 секунд. Но 123 маны, господи, это же я буду копить до посинения. Иди вперед со своей верой. Фух. Твою же маковку. И атака у него 209. А если я его прокачаю? Он дорого стоит по прокачке, друзья мои. Как думаешь, взять его попробовать? М? Легенда все-таки. Вместо кого? Я даже не знаю, вместо картошки, что ли, вот этой вот. Друзья, попробуем вот таким вот образом. Ну, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что вообще мы тут с вами пройдем. Ах, шестой этап. Получить. Отлично. Поехали. Если бы у нас бы очень быстро копилась бы манна, конечно бы мы бы прошли бы. А, так я не смогу призвать, у меня максимально 105. Хе-хе-хе, это надо улучшать. Это нужно, ребята, улучшать. Ну куда ты разогнался? Куда ты разогнался? Атакуем. Посмотри, что делать, а? 123. Если мы успеем с вами... Да подожди, какое ускорение? Мне не нужно ускорение. Я хочу просто посмотреть, как он выглядит, что он делает, этот лев, друзья мои. Вызываем. Воу. А ну-ка, выстрел. Вот так, друзья, он смотрится, да? Вот с такой вот секирой. Да господи, а что он такой слабенький, друзья мои? Его дальники просто расплевывают. Ух, парнишка. Так дело не пойдет. Они просто взяли его и забомбили, друзья мои. Печалька. Грустно это осознавать, но вот так вот произошло все это. Нифига, у меня кроликов сколько, друзья, смотрите. У меня очень много кроликов. Так. Слушай, ну это хорошо, мы, по крайней мере, с вами издалека расстреливаем, да? Давай вот так вот сделаем. Ну, друзья мои, две звезды, опять нифигашечки у нас не получается на три, да, вытянуть. Ну, базу-то мы разбомбили. Фух, я боюсь представить, что здесь будет за босс. А ну-ка. Опять у нас водяной, да, с вами достается. Команда. Так, мне нужно открыть сундук, который мы с вами только что заработали. Переходим с вами в лобби. Идем в сокровище. И вот он, этот сундучок. Нам достается 20 карточек на Тедди. Хунджаним. Новый монстр, друзья мои. И все, да? Хунджаним. Кто ты такой? Давай-ка, ребят, вот тут еще вскроем. Хе-хе. Да. Худжаним. Мне очень хочется посмотреть, кто это такой. Где он? Вот он, да? Наносит противнику большой урон в размере 180% атаки. То есть это маг, что ли, получается? Или боец все-таки? Не знаю, тут какой-то у него сандаль. Скорость движения очень быстрый.
Очень быстрый, да, значит он? И он у нас редкий, да? Ну-ка, давай попробуем прокачать и посмотреть. Ого! Ничего себе, друзья мои. 408 атаки на 34 уровне. Фух, 52 маны стоит. Ну, давай глянем, друзья мои. Я думаю, что это того стоит. Поехали. 52 маны, да, значит? Поехали. 52 маны. Как медленно у нас копится мана, а? Ну, чтоб ее. Ну-ка, как ты там выглядишь? Оу, он с прутиком идет там, что ли? С каким-то прутиком, да, друзья мои? Это типа у него сабля, ну, якобы. О, я против дальников-то, он вообще не алё, друзья мои. Против дальников он слабоват. Он, видите, испугался еще бедный, побежал куда-то, заплакал. Короче, ну как сказать, при... ульта меня бесит, вот, серьезно тебе говорю. Ульта вот от этой базы, это просто имба какая-то. Но по-другому не назвать. Ну, давай выстрел сделаем, что ли. И что нам это дало? Да ничегошеньки нам это не дало. Еще и напугали нас. Ответочка. Нам нужно побольше вот этих вот кроликов призвать. Они будут издалека просто бомбить. И привидения, конечно же. Привидения там будут кружиться, да, делать, как говорится, свое дело. Вызываем нашего детка Хунджамбина, или как его там величать. Так, ай, в страх нас вогнали, друзья мои. Нас постоянно пугают. Постоянно. И это вот Тедди все делает, да, друзья мои, это Тедди. Он... Да чтоб тебя... Блин, у меня какая ульта вообще не алё, да? Ребята, и у него какая, он как бомбанет, так бомбанет. Неужели мы опять с вами сфейлимся здесь? Не хочу. Да, друзья, игра намного сложнее, чем Tower Conquest. Серьезно тебе говорю. Тут надо как-то, не знаю, как баланс какой-то искать или что-то в этом роде. Тут просто так нахрапом, ну, не получается пройти ее, понимаешь? Тут нужно все как-то рассчитывать. Тут каждый юнит уникален по-своему, имеет специальные какие-то возможности. И вот это все нужно как-то граничить. Да, друзья мои. По-моему, тут будет фейл по времени. И очень медленно копится манна. Вот об этом я вам хочу в первую очередь сказать. Очень медленно копится манна. Если бы хотя бы побыстрее бы, то, возможно, мы прошли бы здесь. А так, ни в какую, друзья мои. Вот так вот. Привидение слишком много танцует, слишком долго пляшет. 50. Ну конечно же, конечно же. Не хватает гемов. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закруглимся, да? Я надеюсь, вам игрушечка понравилась. Если да, то поддержите лайкосиком, пишите в комментариях, будем ли мы дальше с вами в нее играть. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.